Так, ну что, ночной выпуск. Я тут решила показать вам маску от Revolution London. Роз, обезьянка, ну я так понимаю, любимая. Должна быть маска с обезьянами. Против прыщей с зеленым чаем. Что, давайте попробуем. Тут написано, что смыть после того, как ее уберешь с лица чистой водой, теплой. Ну, не знаю, ой. Так, она пропитки здесь хватит. У меня тут, кстати, покраснение небольшое на лице. Посмотрим, как маска справится. Кстати, она еще полна пропитки. А то бывает так, что маску начнешь использовать, она сухая. Как-то пахнет она зеленым чаем. Ну что, пробуем. На лицо. Я так ее одела, как смогла. Не хватает, да? Сейчас я здесь разрезала чуть-чуть. И последние про ручки. Какой крем с дорогим ароматом. Вот Russian Beauty Group. Сильно не сжимать он вообще. Аккуратнее с ним. Пахнет чем-то таким дорогим салоном. Травками, чем-то таким интересным. Признаками дорогой жизни. И, может быть, каким-то вкусными круассанами. Вот еще раз. Так пахнет массаж в дорогом спа. Да, я согласна. Кстати, разрезала маску. Эти обезьянки. Лекала, немножко не хватает, но это терпимо. Локти мажем. Так, грех питался. Пора снимать маску. Зеленым чаем нереально пахнет.
Ну что? Сейчас я ее смою и вернусь. Ну что, я смыла. Ну, лицо чуть-чуть красновато, но гладкое, и поры сгладились, и морщинки некоторые вот здесь, например. Неплохая маска, но надо сказать, что тем, у кого реактивная кожа, может как-то не так реагировать на всякие эфирные масла, может не подойти, но мне нравится. Revolution, кажется, в России продают свою продукцию, я иногда буду такие маски покупать и делать мини-обзоры. Ну что же, тем временем 10 часов вечера, пятница. Я желаю вам оставаться такими же красивыми, счастливыми. До новых встреч и пока-пока!